Скыр. Всем привет, меня зовут Ильич. Привет, это Гарри Топор. Йоу, привет, с вами группа Хлеб. И сегодня вместе с ВС Рэп. И мы читаем комментарии хейтеров. Мы против хейтеров, короче, да, проект, да. Поехали. Погнали. Вы можете купить наши кепки, заплати. Это ты не вырежешь. Заплати 50 тысяч рублей, твоя реклама будет здесь, потому что ты самый талантливый битмейкер. Что же нашим детям буду показывать? Я не понимаю, он ему мало, что ли, этого клипа? Типа, так мало видео, что я буду им показывать? Надо больше, пили больше видосов. Желательно про хуй. А это Сдеб же, да? Да, это Сдеб. Я не знаю, что ответить на эту херню. Анна Лебедева пишет, мне нравится Гарри Топор, он прикольный и лысый грибок. Мы типа грибы. Бюджетный вариант Оксимирона. Фразы из рекламы, если не видно разницы, зачем платить больше? Чай, коньяк, сахар, кокаин, конфетки, экстази, скрытый смысл. Кое-что из этого правда. Разебяк ТВ, это люди телевидения. А, это телевидение. Они знают. Меня одну смущают их колготки, Ангелина. А свои колготки тебя не смущают? Да. Ты же тоже мужчина. Ибанута, прикольные клипы. Мастурбирую, танцую. Питер какой-то. Вы перепутали комментарии, это же Усачева, видимо, адресовалось. Архипелаг ГУЛАГ? Серьезно? Не Пастернак, да? Но учитывая то, что ты пишешь ГУЛАГ с буквой К в конце, ГУЛАГ, черт возьми. Учительница по литературе, заметьте, двойку тебе поставит, братан. Игорь Скворец ебучий, но я тебя слушаю. Красава. Дятел, сука. Уважаю тебя. Обмороки, убейтесь об стену. Это не творчество, это я даже не знаю, как назвать этот ролик. Сам пидор. С текущим курсом рубля клип становится все актуальнее. Сам пидор. Яник скруче. А мы не спорим? Ну. Да, Яник же он сначала был в Хлебе, он потом ушел от нас в сольное плавание, потому что он гораздо круче, чем мы. И ушел. На вертолете улетел. Топор норм, вот его гей-партнер Раут все портит. Забей на его. Сука. Гарри Топор, заставь Тони выступить в батле. Как вы это себе представляете? Я скажу, Тони, выступи в батле. Он такой говорит, я не хочу. Я говорю, Тони, блин, короче, ты пойдешь и выступишь. Я думаю, что Тони как только захочет, как только вы дадите ему соперник, который его заинтересует, мне кажется, что есть шанс, что он поучаствует. Хуй, хуй, говно, полный отстой. Звучит как стих. Это хоп. Ну да. Я бы и всех расстрелял, ей-богу. И все, кто реально это слушает, тоже. Дэниел Пукан. Это звучит как цитата великих людей. Надо еще, чтобы Дэниел Пукан такой сидел и надпись черно-белая. Чем отвратнее творчество ру-рэпера, тем больше аннотаций напичкано в его видосах. Базаришь вообще. До эталонного Тейл за Русь не дотягивает вообще никак. Тони Раут перечитал на голову Гарри, на голову. Купчино лучше. Тони Раут, купчинский парень. Вырос Купчино. Тони Раут не из Купчино, кстати. Как и АТЛ. Антон Валов. Это сын шефа. Подрочил, ничего не понял. Да, я понял. Ну ты отвечай как-нибудь. Ну что, ну человек старался. Как минимум подрочил, да. Гарри Топор и Фьюз фристайлит на первом, а представляет их ресторатор своей фирменной фразой. Скажи мне такое пару лет назад, я бы подумал, что меня жестко троллят. Да, кстати, вот мне бы тоже сказали такое, то, что меня позовут на первый канал, я бы тоже офигел. Павел Максимов пишет, Ильич, пизду трэш-лото делай, а не комментарии читай. Бля, это опасно. Я вам как маркетолог скажу. Пока Диан тут лежат на дне, вам нужно работать. Ваш промоутер так себе. Может, наймете профессионала? Например, меня? Ты принят. Я человек простой, как бы. Вижу, маркетолога принимаю. А, ебать, и как эта залупа может нравиться кому-то? Наше общество деградирует, совсем ебанулись, я бы их обоссал. Вот. Кто мне деградирует? Вот он прям, да, расцвет вообще всего общества нашего. Интеллекта, да. Да, ебанулись все, и он бы всех обоссал бы. Блядь, разве это не консультант из «Зеленых пацанов»? Бум, опять попался еще один, да, который облажался, потому что там все трое. Да! Мне как бы похер, я рэп не читаю, но Топор своей тупой щуточкой про стереотипный образ рэпера лишь подчеркнул отсутствие чувства юмора и опять-таки накинул тень сомнения на то, что рэперы люди недалекие.
Не умеешь шутить, не шути. Ресторатор порадовал, харизматичный парень, что не говори. То есть, подожди, накинул тень сомнения на то, что рэперы люди недалекие. Это значит то, что ты начал сомневаться в том, что рэперы недалекие, и, короче, поверил в рэперов. Чувак, ты не то написал, наверное. Вот из-за таких видео Америка считает, что мы идиоты. Ты серьезно? Изи, ты долбоеб. То есть вот всегда, вот испокон веков, Россия славилась вот умом, чистотой. Маленькими членами, да. Высоким уровнем жизни. И тут мы сделали клип, и на тебе, блядь. Американцы такие: о, русские-то, оказывается, какие? Вон такие. Нехорошо. Идиоты, да. Ох, придурок ты, а. Как воспитывают придурков? Либо в утробе марихуаны обкурились. Господи, бедная моя Россия, тупорылые. Вот это Антонида Старостян. Ты зря, блядь, сказал. Я ж тебя найду. Ах ты, бледина. Деньги с миллиона просмотров вам стоит потратить на лечение косоглазой обезьянки. Братан, а ты думаешь вообще, на что это было? Это был спонсорский проект. Вообще хлеб, он был, да в пизду, короче, не хочу объяснить. Хорошо, что мои родители не смотрят это шоу. Так бы батька меня подкалывал. Хорошо, что родители смотрят мои это шоу. Теперь я звезда дома. Считает рэп и выглядит лучше 90% бизнесменов. Ну, чувак, ты гонишь. Нет. Это приятно, конечно, но нет. Это штаны за 2500, брюки. Как бы это только бизнесмены, бизнесмены в колхозе, если тогда я лучше 90% буду. Лучше бы бухали. Знаешь, как родители всегда говорят: делом займись, а тут лучше бы бухали. А то тут делом занялись. Чайковский должен вращаться в своей могиле. Почему? Почему он должен вращаться в своей могиле? Из-за чего? Потому что мы делаем танцевальную музыку. Внимание, про хлеб читал Савергон. Савергон? Савергон. Это из «Игры престолов»? Да, по-моему, которого убили в пятом сезоне. Еще давно, поэтому прикрывайте это видео. Свергон the best. Свергон. Свергон. А в этом клипе все дерьмово, а Совергон бог. Мама сказала купить хлеба, зашел в iTunes и приобрел шедевр. Мама думает, в кого я такой долбоеб? В отца. Топор не шарит и отправляется нахуй вместе с продавшимся Мироном. Окей, хорошо. Блять, сука. Жестко. Это очень смешно. Я, правда, даже не знаю, что на это ответить. То есть, если как бы один продался, получается, по логике, то второй идет нахуй тоже. Не потому, что он продался, а потому, что он не шарит. Написал, что продался, продался. Не переживает. Почему клик-клак, а не глак-глак? Хей! Блять, это пиздец. Просто извращенцы. За столько бабла такое делать. За сколько бабла? Говняный осел. Конец. Ну нет, я не говняный осел. Перестань так говорить. Дурак! Та песня в нашем классе стала хитом, и у нас есть Кирюха. О, вот. Классный, классный руководитель, наверное, да? Да. А обезьяны являются разносчиками СПИДа, кто не знал. Ну не все, тем более, если в презервативе, то, блядь. Да. На ОБЖ сходи, там все объясняют.